Сегодня во всем мире отмечают день, навсегда изменивший жизнь всего человечества. 56 лет исполнилось с момента первого полета человека в космос, и это стало началом новой эпохи. В Чувашии, где есть трое покорителей космоса, этот праздник особенный. Сегодня во всем мире отмечают день, навсегда изменивший жизнь человечества. 56 лет исполнилось с момента первого полета в космос, и это стало началом новой эпохи. В Чувашии, где есть свой родной покоритель космоса, этот праздник особенный. По традиции, 12 апреля в Чебоксарах начинается с возложения цветов к памятникам Гагарину и Николаеву. Космонавта 3 чтут так же, как и его звездного предшественника. Юрий Гагарин был и останется первопроходцем, а Андриан Николаев – участник первого многосуточного полета в истории космонавтики, первого группового полета космических кораблей, первого военного эксперимента на орбите. Он человек, благодаря которому о маленькой Чувашии узнал весь мир, а перед земляками открылись новые возможности. 3, 2, 1, поехали!